Но давайте представим себе, что у людей, которые проводили нас в это невероятное путешествие, есть фантастический телевизор. Он показывает мир в полном соответствии с формулами Эйнштейна. При скорости поезда в 280 тысяч километров в секунду все, что находится в нем, сократилось бы с точки зрения телезрителей в 3 раза. А наши часы шли бы в 3 раза медленнее их часов. Один день нашей жизни телезрители наблюдали бы целых 3 дня.